Помните первый сезон суперпроекта «Голос»? Давно это было, 5 лет назад. У меня еще временами появлялись волосы. Какой шок был у народа, что оказывается, помимо вот этой небольшой горстки, которая периодически, которая постоянно мелькает на телеэкранах, оказывается, у нас есть много-много настоящих больших талантов. Я с большим удовольствием сейчас объявлю следующий дуэт. «Слезы радости, гордости душат меня, дамы и господа». Иногда он возвращается. Александр Градский! Дина Гарипова. Тебя, а ты придешь совсем.
небесам, не отрекаясь, любя. Не отрекаясь, любя. Не отрекаясь, любя. Спасибо вам большое, спасибо голосу, спасибо Дмитрию, спасибо Александр Борисович, уважаемый оркестр, спасибо вам, дорогие зрители, за то, что все это время вы с нами. Спасибо. Уважаемый, конечно, вам обратили внимание, как только дело Дина Гарипова, но, так сказать, на весь дуэт это не отразилось. Александр Борисович, вы обратили внимание в новой косоворотке. Сколько он крови у меня попил, а? Александр Борисович. Ну да ладно. Итак, дамы и господа, мы продолжаем большое путешествие по истории голоса. Год 2013. В Казани прошла универсиада. Федор Конюхов пересек Тихий океан. У Сережи Жилина украли самокат. Ну да ладно, нашли, слава богу. На первом стартовал второй сезон нашего проекта. После успеха первого сезона на кастинг пришли тысячи и тысячи, но на слепые прослушивания проходят только лучшие из лучших. Дамы и господа, Элина Чага, Антон Беляев. Все слишком хорошо поют, поэтому я немножко спрячусь за вами. Вы будете петь со мной сейчас. Очень плохо, друзья. Еще разок.
совсем недавно он был смешным мальчишкой, который бегал по сцене с хохолком, выкрикивал в зал что-то нелепое, смешно подпрыгивал. И вот сегодня он уже серьезный артист в прекрасных солидных костюмах и самый опытный наставник суперпроекта «Голос». 4 сезона взрослого «Голоса» и 4 сезона детского, как мы по-доброму за кулисами его называем. Лысый. Дима Билан и его подопечные Ольга Филиан, Маргарита Пазаян. Спасибо огромное вам, зрители, за то, что заряжаете так невероятно на сцене. Пока он еще не разрешен, можно говорить. Спасибо огромное первому сезону за то, что он дал этот невероятный импульс, этот толчок, это невероятное ощущение счастья и какого-то сострадания. Спасибо вам, девушки, потому что первое не забывается никогда. Маргарита Пазаян, Ольга Кляйн. And I...
Чего? Вот нет позора в этом, да. Послушай, ну я побритый просто. Я догадался, это прикинь. Возрастной. Да. На самом деле очень хорошо. Вот я клянусь. Теперь у тебя все отмопрет. Можно я тебе поцелую вот эту невероятную женщину? Ты можешь ее даже побрить. В целом, ради голоса. Ради голоса мы шли только. На что мы только не шли, ради голоса, боже мой. Друзья, спасибо вам, все ради вас! Спасибо! Ольга Князь, Маргарита Музаян, Дима Билан! Спасибо большое!